Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 декабря, хочу показать, как нас засыпало снегом. У нас два последних дня режим ЧС, из-за чего? То есть обильные снегопады, метели, бураны, пурга, все прелести жизни. Выпало такое количество осадков. Видите, вот дома напротив по нашей улице, сугробы скоро уже до крыш домов. У меня вот муж сейчас чистит, никакая снегоуборочная техника не помогает. Одно раскидает, другое наваливается. У нас, как всегда, обычно в такие сильно зимние, снежные зимы очередная теплица рухнула, потому что просто физически невозможно успеть отгребать. Он вечером, муж, скинул с нее все. За ночь навалило столько снега, снег такой... ну как тяжелый, влажный, потому что тепло, вот сейчас 2 градуса, и до того завалила эту теплицу, что она не выдержала и сложилась как коробочка. Я не могу даже проползти туда посмотреть, потому что опять завалило этой ночью снова. Это вчера у нас обрушилось, вчерашней ночью, но муж сказал, что она в смятку, все, не подлежит ни восстановлению, ничему. Вот место освободилось под открытую грядку, ну или плюс 40 тысяч, если новую ставить. Короче, у нас вот снегопад этот, наше стихийное бедствие каждую зиму. Боремся с ним, сделать ничего невозможно. Идет уже какой 3-й день. Но вот сейчас он успокоился, но вообще очень сложно. По дорогам невозможно проехать. Я вот сейчас в садик ходила, к внуку покажу. Это у нас частный сектор. У нас страшно, да? Все завалено. Видите, вообще все вот этими вот такими горами. У кого есть возможность очищать, откидывают. И вот эти горы уже скоро до крыш. Сейчас покажу, как в благоустроенных домах, в тех районах, где не частный сектор. Но там тоже такие же горы, и машины не ездят. Все, вот у нас коллапс. Нас завалили. Хотя на смену бурану пришел такой тихий падающий снежок, спокойная погода, но последствия до сих пор ощутимы. Сегодня шли на утренник к внуку, пробивались сквозь сугробы. Идти невозможно в человеческий рост. Вот видите машины, кто сегодня еще не выезжал, нашли свои машины вот в таком виде. Все завалило снегом.